Всем привет! И со мной Клодин и Драко Лаура. Вот. Привет! Мы украли у девочек камеру. Вот, они не пришли, потому что... вернее, не снимают этот влог, потому что их оставили в школе из-за работы. Ой, жалко их. Ну да. Вот, и из-за этого они пошли в школу, ну почти не пошли. Вот, да блин, что это такое-то? А вот, и их сегодня оставили еще на 2 урока. Даже, может быть, на 3, я не знаю точно. Что делаете? Так, влог снимаем. Нет. Какие ласки. Ласочки. Милые. Очень милые животные у нас. Хорошо, что их никто не купил. Кстати, вы не знаете, сколько у нас ведь животных? Ты 4. А подождите, а какой из этих питомцев... Какие из этих питомцев чьи? Нас тут 4 сейчас, а так Лагуны нету с Рошелькой. Мы можем разобрать питомцев. Может, не надо? Да. Надо. Так, чур моя лошадка. Что? Ну ладно, тогда пусть мой кенгуренок, мой ежонок. Ой, я не буду выбирать. Ай, давай я, давай, не надо тут нам. Буду выбирать, ведь у нас еще есть 2 соседки, хорошие девчонки. Пошла. Пусть идет. А теперь смотрите на мой новый наряд. А ну, почти новый. Ну, он же очень красивый. Колю-ка я волосы, а то волосы прям в лицо лезут. Вот и все. Закалила. Теперь хотя бы не так лезут в глаза. Тебе сообщение прислали. Вон. Так. Лови. Промахнулась. Там клеила печатает что-то по телефону. Встала в ночь как-то странно. Я еще это им припомню. Скажу-ка я девчонкам. Да. Что говорю? Стучит, откройте, Дракулау, Фрэнки. День вставать. Привет, девчонки. О, привет. Мы пошли с Клодин на кухню. Ух, я так устала, вся лохматая. Ай, и я тоже. Мы вдвоем лохматые прям вообще. Девчонки. Короче, девчонки выбрали себе животных, и там остался один. Ой. Простите, там один остался, и вот, и его как раз никто не забрал, я не забрала, просто их было 4, из-за этого они решили разобрать себе, просто вас тогда не было. О! Я пойду, и в комнату их позовем тогда, туда. Тонки! Так, и что это такое? Тут животных покупаем нам всем. Где забираете? Лагуна. Это я вообще с тобой училась. Точно. Дракулаура. Так, почему это ты, этот... Ты, Дракулаура, сказал то, что вы забрали животных? Нет, неправда. Ну, рассказывай. Или это правда? Давайте завтра поговорим. Ать. Я понимаю то, что я кричу тут из-за пустяка. Но как бы мы покупали это с Лагуны на свои деньги, а не на ваши. Меня, пожалуйста. Фрэнни мы простим, она попросила прощения. Вместе их, ухаживать за ними. Так, а как же вы? Иди меня, пожалуйста. Мы тебя прощаем, Клодин, а ты, Клео? К вам. Не брала и не буду перед вами извиняться. Давайте отстанем от Клео. Попросит прощения, тогда мы будем с ней общаться. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.